На берегу реки Балаковка расположен «Изумруд» – корпоративный санаторно-гостиничный комплекс компании «Фосагра». Он стал первой опытной площадкой для реализации проекта по использованию возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах. За два минувших десятилетия зеленая энергетика по всему миру превратилась в мощный тренд. Вот и в Балакове, прямо на крышах двух корпусов «Изумруда» появились солнечные панели, которые позволят экономить 15-20% электроэнергии. Первую установку поставили еще зимой, а вторую всего месяц назад. Однако за столь короткое время использования небольшая солнечная электростанция уже подтвердила свою экономическую эффективность. Потребление готического комплекса в среднем 80 кВт. Порядка 15 кВт компенсируем, третье всего потребления комплекса. В лечебном корпусе среднее потребление 40 кВт, установка там состоит из двух частей, 10 плюс 15 кВт. Учитывая возросшие за последние несколько лет цены на электроэнергию в Саратовской области, применение солнечной электростанции позволит комплексу «Изумруд» сэкономить существенные суммы. Из статистики с середины весны до середины осени мы имеем 14-часовой солнечный день. В зимний период 8-часовой солнечный день, достаточно много солнца, и вот те данные, которые были опять же собраны, показывают, что установка достаточно эффективно вырабатывает порядка от 70 до 100% своей мощности. Несмотря на то, что панели установлены прямо на крыше, переживать за их безопасность не приходится. Им нипочем любая погода. Да, вот эта установка, так как установлена напрямую на кровле, в отличие от установки, установленной на лечебном корпусе, конструкция самого каркаса имеет антикрылья, которые позволяют не беспокоиться о том, что при сильных порывах ветра, которые также тут случаются, что-то может случиться. Реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности производственных процессов, одно из важнейших направлений стратегии компании «Фосагра» и балаковского филиала АО «Апатит». Подобных проектов в Балакове до сих пор не было, но данный опыт показывает, что и в нашем городе у зеленой энергетики может быть будущее.